Вы говорите, поскользнулся? Упал. Закрытый перелом. Потерял сознание, очнулся, гипс. Поскользнулся. Упал. Упал. Закрытый перелом. Потерял сознание, очнулся, гипс. Упал, травмировался, не забудь зафиксировать место ЧП. Есть шанс взыскать с виновников моральный и материальный ущерб. Речь идет о травмах, полученных из-за плохого состояния дорог. Как правило, количество таких инцидентов увеличивается зимой из-за гололеда и нечищенного снега. Падали на улице когда-нибудь в связи с гололедом? Конечно. Скажите, пожалуйста, это по вашей причине была или то, что прям нечищенная дорога? Нет, вы говорите с гололедом. Я говорю, да. Ага. Ломали что-то как-то серьезное было, просто ушиб? Нет, просто да. А вы знали, что есть юридическая бесплатная помощь? Конечно. Обращались? Нет. А почему? Некогда. Подскальзывалась, не падала. Посчастливилась. Ага. А вообще вы знаете, что есть такая юридическая бесплатная помощь, если вдруг вы подскользнетесь, упадете из-за нечищенного тротуара? Честно, нет, не знаю. А теперь будете обращаться? Если упаду, то да, наверное. Страшно. А скажите, пожалуйста, по своей причине или из-за того, что дорога нечищенная? Конечно, дорога нечищенная. Хорошая, конечно. Вот отсюда пройдите вот сейчас. Ладно, вот девушка мне руку подала. А вы знаете, что есть бесплатная юридическая помощь, которая помогает возместить ущерб, если вот вы упали и что-то с вами случилось? Все знаю. Когда упадешь, да, быстрее скорую помощь увозят. И увозят. Все знаем. До этого мы никогда не докопаемся. Это только вот пишется. И это так говорят. Помогает. Никто не помогает. Сейчас только упала. Только что сейчас упала? Вот прям ехала из госпиталя ветеранов войн и упала. А сильно что-то повредили, травму? Слава богу. Я боюсь падать. Я в прошлом году падала. Вот ровно год. А скажите, пожалуйста, вы знали, что есть юридическая бесплатная помощь, которая может помочь в случае, если действительно... У меня нет здоровья ходить по службам. Никуда не пойду. Падала. А сильно был ушиб? К счастью, не сильный. Вот. Падала. А вы знаете, что есть бесплатная юридическая помощь? Если вдруг вы упадете из-за неочищенного тротуара, можно обратиться, могут помочь вам. Спасибо. Будете знать. Буду знать, да. Спасибо. Около 3 лет назад в региональный закон о бесплатной юридической помощи внесли изменения. Безвозмездно консультироваться у юриста могут и граждане, подорвавшие здоровье на неочищенном тротуаре. У нас все территории, в том числе и те территории, которые предназначены для передвижения пешеходов, они кому-то принадлежат. Это больницы, поликлиники, почта, Сбербанк, магазины, да, школы, детские сады и так далее. У каждой организации есть прилегающие территорию, которую они обязаны содержать в надлежащем состоянии. А если травма получена во дворе, то это зона ответственности управляющих компаний. Основания для претензий есть всегда, подчеркивают юристы. Но главное – предоставить все доказательства и установить причинно-следственную связь. Если человек упал на тротуаре где-то, да, и, может быть, даже в горячах он встал и пошел дальше, а в травмпункт он потом обратился. В любом случае, если человек упал, подскользнулся, и у него есть сомнение, что он мог получить какую-то травму, лучше сразу это место зафиксировать. Будет это фото, видео или панорамный снимок. На кадрах отчетливо должна прослеживаться причина травмы. Юристы всячески советуют в первые минуты преодолеть состояние аффекта, зафиксировать локацию самостоятельно или попросить о помощи. После отправиться в травмпункт, где письменно зафиксируют место получения травмы. Это понадобится для дел судебных. Важно долечиться до конца, сохранить все чеки, квитанции. И только потом обращаться к юристам. Для того, чтобы помогли составить исковое заявление, чтобы могли собрать доказательственную базу, ну и чтобы могли представить интерес в суде. То есть мы оказываем полный спектр услуг по защите гражданина в такой ситуации. Срок рассмотрения таких дел в суде в среднем занимает 2 месяца. Однако правильно собранная база ускорит процесс. Тем временем статистика уличных травм в регионе та же, что и год назад, и даже несколько лет назад. Единственное, что возросло – количество повреждений, полученных именно во время активного отдыха на открытом пространстве. За новогодние каникулы, к примеру, в областной травмпункт обратились 639 пациентов. Как правило, все травмы связаны со спешкой, либо неосторожностью. Стараться избегать спешки, стараться использовать сезонную обувь, избегать переохлаждений. Стараться обходить те места, где поверхности дорожные не обработаны. Получить консультацию специалиста можно в любом пункте оказания бесплатной юридической помощи. Также работает телефон горячей линии 8 800 100 ровно 13 84.
Рената Леулова, Руслан Баталов, Даниил Сурков. Новости Улправды ТВ.